Добрый вечер, дамы и господа. Санкт-Петербургский дом музыки совместно с Северокавказской государственной филармонией имени Василия Ильича Сафонова представляет программу «Музыка звезд». На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Бернхард Хенрик Круссель. Концерт номер 3 для кларнета с оркестром. Си бемоль мажор, опус 1. Концерт в 3 частях. Напоминаем вам, что аплодисменты между частями не предусмотрены. Солист, лауреат международных конкурсов Лев Журавский. Дирижер, лауреат всероссийского конкурса Андрей Колясников.
Thank you.
Александр Арутюнян. Концерт для трубы с оркестром ля-бемоль-мажор. Каденция Тимофея Докшицера. Солист, лауреат международных конкурсов Алексей Иванов.
Вилли Брандт, Алексей Орловецкий. Концертштюк номер 2 для трубы с оркестром ми бемоль мажор, опус 12, в трех частях. Аплодисменты между частями не предусмотрены.
Закончилось первое отделение концерта. Антракт. На сцене Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Петр Ильич Чайковский. Концерт номер 3 для фортепиано с оркестром ми бемоль мажор опус 75. Концерт исполняется в 3 частях, аплодисменты между частями не предусмотрены. Солист, лауреат международных конкурсов Мирослав Култышев. Дирижер, лауреат всероссийского конкурса Андрей Колясников.
Thank you.
Thank you.